Не только ополоснуть, но и обработать от коронавируса. Ульяновские коммунальщики приступили ко второму этапу комплексной очистки мусорных контейнеров. Первая чистая кампания проводилась в мае. На вооружение регоператоров автомобиль, в кузове которого находятся дезинфицирующие установки. Мусорные баки обрабатывают специалисты в плотных защитных костюмах. За новую услугу ульяновцы не переплачивают. Антивирусная уборка входит в тариф. Это входит в наши обязанности, и мы должны мыть контейнера. Но так как мы боремся с пандемией, мы делаем дополнительную дезинфекцию контейнеров. Напомню, что 1 января прошлого года была принята так называемая мусорная реформа. В новый свод правил вошли нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подумать об окружающей среде и упростить работу для тружеников сортировочного цеха. В Ульяновске организованы пункты для сбора пластика. Перерабатываем мы весь мусор на мусоросортировочном комплексе. Также мы сейчас организовали раздельный сбор. По городу сейчас выставлено порядка 250 контейнеров для сбора пластика. 1 июня этого года в Министерстве природы была подписана дорожная карта по развитию раздельного сбора отходов. Региональным операторам пришлось приспособиться к новым условиям, прописанным в документе, и закупить современные баки. Напомним о нацпроекте «Экология». В его задачи входит забота о природе и сохранении ресурсов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.